Итак, что нам понадобится для приготовления нашей фриттаты? Это яйца 4 штуки, кабачок цукини, сыр 50 грамм и красный лук. Мы натираем наши цукини на крупной терке. Затем нарезаем мелко, ну или крупно, как кому удобно, наш красный лучок и отправляем его туда же, где находится наш цукини натертый, то есть в тарелочку. Туда же пойдут наши яйца. Мы их разбиваем 4 штуки. И все тщательно перемешиваем. Добавляем тертый на терке сыр и все перемешиваем, а также соль, перец по вкусу. Полученную смесь мы выливаем в форму для выпечки и отправляем в духовку на 180 градусов 30-40 минут. Знаменитая фрита с цукини и красным луком. Такая нежная, волшебная. И главное, вы не стоите у плиты.